Здравствуйте, мои дорогие! С вами психолог-практик Евгения Саженцева, а также богослов по образованию. Мне недавно один знакомый такую фразу произнес, которую я бы хотела развернуть и ответить. Потому что вот мне кажется, что если один человек так подумал, может быть, так еще кто-то и подумал тоже. Мне сказали, вот психолог должен своим личным примером показывать решение той проблемы, которой он будет помогать другим. Говорит, ну вот, например, женщина должна быть якобы обязательно замужем, у нее все должно быть идеально и так далее. Тогда она должна помогать другим, быть психологом. Как бы я считаю, что, во-первых, вот моя тема, самое главное, это внутренняя свобода. И свобода, в том числе от тиранов, от абьюзеров, от психопатов и нарциссов. И я своей жизнью, наоборот, таки показываю пример свободного человека, который не цепляется ни за кого, лишь бы за кого-то, не пытается, вот своим личным примером я показываю, что можно быть счастливой мамой вне зависимости от каких-либо обстоятельств жизненных. И показываю своим личным примером то, что я человек внутренне свободный и человек, который освободился в жизни от всех предрассудков, от всех, так скажем, общественных мнений и так далее и тому подобное. И именно это я могу дать своим клиентам, что я и делаю, и за что мне благодарны. То есть я даю советы и путь, как выйти из абьюзивных отношений, стать свободным, стать автором своей жизни и не цепляться за тех, кто вас только разрушает и не дает в жизни ничего позитивного. Ко мне можно было бы вот такую предъяву сказать, только если бы я была замужем за каким-то там тираном и бегала бы от него обратно в адреналиновой зависимости. И так как у меня как раз-таки побеждены все мои паттерны, и я не цепляюсь ни за каких моральных уродов в жизни, хоть я порой пытаюсь построить отношения, но видя, что человек, допустим, не уважают и не ценят, я их заканчиваю еще на ранней стадии. И это вот моя как бы личная победа, и что я советую другим тоже. То есть защищать свои личные границы, быть свободной и независимой, и не смотреть на какие-то там предрассудки, что семья обязательно должна быть состоять из определенных членов и не иначе. И, кстати говоря, вот именно вот эти предрассудки чаще всего нас в том числе тоже держит со всякими моральными уродами, что мы боимся мнения общества, мы боимся, что про нас подумают как-то нехорошо. А то, что у нас внутри все плохо, нам это как бы мы на это глаза закрываем. Но важнее, что Вася, Таня про нас скажут. Полноценная у нас семья или неполноценная. Вы знаете, важнее всего это ваше внутреннее состояние. Если вам хорошо, значит у вас все хорошо. А если вам плохо, но вы пытаетесь натянуть эту маску идеальной семьи, в которой, например, муж тиранит или жена тиранит, неважно, но при этом при всем, как бы вы внутри чувствуете себя плохо, то это не есть хорошо. Поэтому я, наоборот, своим личным примером вам показываю маму, которая не цепляется за всяких моральных уродов, а счастлива рядом со своей дочкой и в своем деле, что тоже очень важно. Самореализовалась и сама поднимает свою дочь своими силами, своим достатком, своим делом. И то же самое я даю своим клиентам, за что они меня благодарят безмерно. Что я им даю ощутить внутреннюю свободу и почувствовать, что ты можешь быть счастливым внутри себя и не искать какие-то костыли, какие-то опоры внешние, какие-то ненормальные отношения, в которых не будет ничего хорошего, вернее. Поэтому
Вот если, понимаете, вы разумно посмотрите на вещи без шаблонов и без стереотипов, вы поймете, что настоящий психолог — это не какая-то там картинка, потому что в интернете можно создать иллюстрацию идеальной жизни, может блогер показывать идеальную семью, но при этом при всем он, например, будет под каким-то гнетом. Я не боюсь показывать, во-первых, то, что я свободная и независимая, и не пытаюсь как-то показывать из себя того, чего нет. Поэтому то же самое я и могу дать своим клиентам. Внутреннюю свободу, ощущение вашего внутреннего счастья и свободу от предрассудков людских. Если вам нужна личная консультация, телефон в описании видео.